Привет, Тоса, Мигос, продолжается инсайд. Для кого-то волнительная и трогательная история, как пишут в комментах, что кто-то за этого пацана больше, чем за свою жизнь переживает. Так, остановились мы на том, что я выпрыгнул из этого бассейна. Говорят, что есть в игре какая-то альтернативная концовка, для которой нужно сломать все эти шарики, пройти по всем желтым проводам. Их 12... О боже, опять крестьяне. Всего этих шаров, как я понял, 12 штук. Я пока нашел всего 3. Это значит, что либо конец игры не за горами, либо я уже много чего провафлил. Так. Сходу я нашел ящик, который можно подвинуть. Все. А, нет. Что? Силушки кончились. Так, а куда и зачем вот... Ух ты, ёб твою мать. О! У него тоже есть ребенок, смотрите. В кепке. Было бы круто и логично, если бы вот эти в клетке были черными. Тогда эта игра затрагивала бы важные вопросы. Господи. Так, увезли их в неизвестные дали. Было бы прикольно, если бы сейчас по ходу маршрута было видно, что там с ними делают. То есть, каким образом их зомбируют. Что им там, блядь, лоботомию, что ли, проводят. Почему они такие вареные, как псы, становятся, вот что непонятно. Так, на ящик можно залезать и... Скорее всего, надо куда-то... О. Вот эта вода, которая наверху, напоминает мне фильм... Как он назывался, блядь, про эту... Сука, про кнопку в коробке-то, блядь. Бля, не помню. Тупой фильм про кнопку в коробке, короче, который... Ух ты, ебать. Да ладно. Чё себе, блядь. А-а-а, нихера себе. А-а-а, вон оно чё. Дожди. Дверь не откроется, пока я воду не спущу. Я не залезу без ящика наверх. Главное себе его на башку не приземлить. Вот она, главная сложность данной загадочки. Бля, вообще классно. Вот умеют. Ой, блядь. Вот умеют вообще. Умеют, пацаны. Загадки. Загаденьки с водой, бля, вообще. Ой, красота вообще. Ой, красотища. Единственное только, что здесь звука нету, это вакуум какой-то гребаный. Вообще стоят монитор... О, Подожди, а в чем дело-то? Одного ящика мало. Одного ящика реально мало. Может, надо его как-то, чтобы он дверь зажал. Ну, тогда, блядь, вода туда попадет. Подожди, я что-то не понял. Но ящик один, реально, второго такого там нету. Блядь. Да что не так-то? Ага. Вот он поплыл. Так, он всплывает, и на нем можно теоретически... Нет, ну... Дверь-то сразу закрываю. Ага. Блять, и чё, ёб твою мать, я должен делать? А что если... Ящик нельзя толкнуть, чтобы он сам плыл и заплыл под эту дверь. Вот если вот так оставлю. Так, вот та дверь наша открылась, осталась. Ее как бы можно... Можно ящик... Опустить. Ага, хрен. Бля, у меня просто крыша едет, потому что я ни хрена не понимаю, как... Вода-то, блядь, сверху, а у меня она до сих пор в голове снизу, блядь.
Я могу затопить вот тот уровень и чё сюда? Может еще ящики приплывут? Я просто вообще не понимаю, что они хотят. Чё, какого, блядь, какого эффекта я должен добиться с помощью одного ебучего ящика и водички? Чё он не, блядь? Вот, я могу поставить его посреди двери. А, и вода вообще тогда нахуй из анга выльется куда-нибудь, я не знаю, что будет. Давайте попробуем. Как бы не знаю зачем, просто могу по этому делу. Может, что-нибудь переклинит там. Ха, сучка, вода-то, блядь, не опускается ниже двери. У них тут все продумали. Все продумали, сучары. Все. Ну тогда мне надо еще ящик. Там были еще ящики, разве? Я вот что-то. Затруднямба. Блядь, люк вот этот, который не открыть. Он даже не берется за ручки. Там вдалеке вон вообще до хрена крестьян этих. Нету больше. А, вот. Нет, он этот не возьмет. Он тупой. Все, не берет он больше ящиков. Значит, надо что-то там, блядь, думать. А чё... Блядь. Чё за залупа нахрен? Чё я должен сделать? Вода снизу надо, блядь. Вот так открыто, да? Вот так уже закрыто. Ящик быстро падает и медленно всплывает. Но... И что, ёб твою мать, это значит, сука? Он либо под потолок всплывает, он его даже невозможно оставить посередине. Бля, ебанина какая, чё это, чё надо-то? С ящика реально я ничего не могу достать. Двери тоже открыть невозможно, ага. Может быть, ящик должен упасть на рычаг и включить его? Я как бы отбегаю. Да, блядь, а каким хуем? Да, я понял, кажется, что надо сделать. Это единственный вариант, который я, блядь, вообще понимаю. Дело в том, что пацан и ящик стоят на одной линии, поэтому теоретически ящик должен упасть на рычаг. В это время я должен успеть залезть и всплыть, как говно. Вот. Кстати. Да. Лишь бы по башке мне не ухерачило. То есть сейчас я что должен сделать? Я должен... Бля, подожди, он падает, начинает опускаться вода. И чё, блядь? Я в это время должен сделать буду. Хуй его поймешь. Нет, он не нажал. Нихуя не нажал. Ах ты, сучая говняная хуйня. Я понял, зачем он нужен. Блядь, вообще. Все до тупизны слишком просто. Блять, слишком просто до меня. Я-то, блядь, гениален, хули, а это тупое говно. Такие загадки просто на уровне, я не знаю, школоты какой-то. Поэтому.
не моего уровня загаденьки, как бы. Я просто не ожидал, что все настолько. Я думал, что-то хитрое тут, блядь, что там что-то рычаг успеть, там, не знаю, надо все это воду отбалансить, чтобы ты в нее смог с ящика запрыгнуть, блядь. Ах вы, бля, гандоны. Ничего не могут придумать нормального. Так, главное, чтобы сейчас ящик вниз не улетел. Получается, смотрите, вот он. Упал. Блять, вот посюда я могу воду оставить. Все понятно. Блять, нахуй пошел. Сука, ну чё ж за говно-то, блять, а? Ну полчаса я уже тут, сука, мудохаюсь. Да, блять, давай догоняй его. Вот так. Если он хотя бы ёбнется на этот раз к двери. Так, снова. Поднимаем воду. Во. И вот так вот. Все. Бля, вообще, ну вот это, бля, ну да, тут. Тут надо было врубиться, короче, во всю эту тему, что вода сверху, вот я говорю, сбивает, просто сбивает. Просто невозможно сконцентрироваться на эту хрень. Вообще жесть. О, мои лодочки. Блять, эта шлюха, надеюсь, тут не плавает нигде. Блять, надоело. Мне что, вниз надо? Может, кого-нибудь можно разбудить? Ой, вон там чел ходит, смотрите. Лишь бы он вверх не зыркнул. Вот кнопочка, кнопонька какая-то, но, блин. Сейчас они сдриснут отсюда, походу. Чё это они делают? Чё за матрица реально здесь? Давай, пошел вон. Блять, я не успел на нее нажать или что? Или не надо было? Короче, наш крестьянский люд захватила какая-то более технически развитая нация. Именно нация, а не раса, потому что они тоже с земли. Они тоже гуманоиды, человекоподобные ублюдки. Так, кнопка вижу. И как мне предлагается на нее нажимать? Интересно. Лазилок нету. Как мне хотя бы в воду-то попасть? И чё? Ха-ха-ха! Блять, а сейчас-то что делать? А, вот она что. Что это такое? О, блядь. О, ёб твою мать. Вот он, дождь мужчин. It's a raining man. Аллилуйя. О, ёб твою мать. Бля, пиздить бегут. Нет, они просто хотят меня потереться своими залупами. Ну тогда ладно, мужики. Тёлка-то хоть среди них есть одна, сиськи кто-нибудь видит? Вы видите сиськи? Я ни одной. Так, ну-ка, взяли меня. Алле! Блять, повыше. Куда нахуй ты меня роняешь? Блять, рахиты какие нахуй. Кому вы... Вы можете, блядь? Не, там есть тёлка. Тёлка есть, сисек нету. Да, блядь. В цирке нам не выступ... А, ёб твою мать, кого я нахуй? Пошли, дистрофаны, сука, что же вы, блядь? Я даже... Посмотрите, они на людей не похожи. Это точно люди? Это уебня какая-то. Смотрите, блядь.
Гомункулы нахуй ебаные. Посмотрите на них. Реально, толпа гомункулов, блядь. Рахитозных, сука. Не могут подкинуть, блядь. Ну давай ты, блядь, хоть здесь-то до воды-то, блядь. Ну, ебаный в рот. Ой, пиздец. О, нахуй, да, блядь, тяжело с вами, ёптую. Недоумки, сука. Может, вот этого надо взять? Там что-то рука чья-то, блядь, или что это за залупа? Некоторые так и не встали. Надо вот сюда меня, короче, чтобы я воду приспустил. Давайте. Я смою воду в вашем унитазе. А у этих, типа, которых захватили, у них нету никаких датчиков, они не видят, что толпа людей, блядь. Сука, там реально ноги какие-то оторванные. Блять, а вот этот чувак, смотрите, он голову свою в руке несет сзади, последний бежит, посмотрите на него. У них вообще у некоторых голов нету. Я говорю, это гомункулы, бля, конченые. Поэтому герой их не спасает, они ему чужой для него народ, бля. Сука, а разработчик тот еще, походу, параноидальный псих. Хоть поймали. У некоторых трусы на голове или что это? О. Еще два крестьянина. Три крестьянина к нам примкнуло. Бежим голосовать за ядро, ёпта. Так они и выигрывают, походу. Так, ну-ка, чувачки. Опачки, молодцы. Падайте и дохните там нахуй. Все. Проголосовали, дело сделали. Все. Отработанный материал. А кто это там сдриснул с объекта, блядь, в разгар рабочего дня? 9 часов, вон я вижу на часах. Так, меня там внизу встречает моя толпа, наверное. Честно говоря, я думал, что плюхнусь на их трупы. Ну все, не скучайте, короче, спасибо еще раз. На второй срок избрали, отлично. Ой, блядь. Так, тут что-то пятна крови какие-то. Оу. Ах ты, блядь, мы куда едем-то? А, вот он я. Я тут был. Надо как-то, чтобы они сюда упали, походу, их в лифт заманить. Ой, блядь. Сука, никак от них не отделался, а? Вот надо эксплуатировать до последнего этих инвалидов. Да, блядь, игроки в армату нахуй бегают, серьезно. Пошли, ёпты, рашить будем, сука, на ОБТ, блядь, играть будем. Арту будем хейтить, вперед. Обзоры, блядь, снимать буду. Лайк и нахуй алканавтеру поставим, блядь, задонатим. Давайте, блядь, ну давайте. О. Бля, как громко. Ой, ёб твою мать. Тихо, ноги нахер, не пилары ломайте его, блядь. Тот на башку упал, вообще похеру. Ему нечего отбивать, у него мозгов нету. Ну тут что-то совсем монументальное уже. И гул такой стоит вообще. Можно в припрыжку быстрее ходит, нет? Не, если бы эти помогли друг другу залезть, мы бы могли оставить только одного из них. Там, внизу. Ну нет. Опа. Кто-то меня увидел, аж трубку бросил, да? Бля, что-то громко-то. Они куда-то бегут, смотрите, они что-то спасаются, что-то у них случилось. Наверное, начальство на объект приехало, ёп. Как этот? Талалаев, батя. Че за мудофил?
Ты не за мной бежишь хоть, не? А, не он, что-то открыли, смотрите. Тележку. Блять, я тоже посмотреть хочу. Чё вам надо, пошли нахуй. Круто, мужики, заебись. Чё видно, нихуя не видно. Дебилы, блять. Все, я арендую ваш... Ой, блять, вашу тележку. Сейчас, походу, мы туда спустимся и посмотрим, что там. На что они залипли. Умеет интриговать, ёпта. Чё это такое? Что-то я сверху, наверное, туда упаду. Бля, я хочу посмотреть, на что они там. Не в бассейн в какой-то, смотрите. Вылупились. У них там как будто, блядь, Иисус второй раз на землю явился, я не знаю. Может, они на эту тёлку волосатую смотрят, блядь. Ну нет, пожалуйста, блядь, не может быть, чтобы я мимо прошел. Пиздец, ему похеру просто. Да, мы уходим отсюда, все. Блядь, вот говно какое. Так, желтый провод, кстати. Да ладно, блядь, и чуть такое. Это раньше было такое табло там с какими-нибудь пригородными поездами, блядь, с вот этой лампочки. Ну чё ты, блядь, дверь открой. Блядь, мина какая-то ядерная просто, военно-морская. Ей, наверное, Бисмарк хотели подбить, а как открыть-то? Вообще не понял, чё за говно. Хуйня какая-то, может она, блядь, позже открывается. Я жму подвинуть, блядь, жму открыть, я не знаю. Чё за залупа? Дожди, быть такой хуйни не может, ну и чего? Тут только слезть. Здесь ничего нет. Провод, блядь, идет. Все. Там ничего не переключается на этом говне. Одиннадцать, двенадцать и четыре. Что это, блядь, значит? А, это, наверное, она бы открылась, если бы я все открыл. Вот тут, наверное, сидят те, кто управляет всем этим говном. Ну, хуй знает. Я вроде все провода, блядь, проштудировал. Ебата какая-то, блядь. Может, надо... Вон там в розетку... Пожалуйста, мудак, блядь, какой ты мудак. А, какой же ты мудак, блядь. Вон там в розеточку воткнуто, не надо вытащить вилочку, нет, не надо, ну и пошел ты нахуй. Долбоёб, блядь. Все, я проебал эту шикарную возможность. Хуй не понимаю, блядь. Еблина какая-то. Чё? Они нашли какую-то сферу? Зачем ему вот эта хрень? Чтобы
подлететь на ней и посмотреть на стенку гладкую поближе, что ли? Так, вот вода эта. И чё, я выключил? Ну, я открыл. Ха-ха-ха-ха. Интересно, блядь. Может, не надо было вот это закрывать? Она всасывает или она... Нет, она наоборот. Заебись. Мы летим! Ох! О, блядь. Ай, пиписька моя голая, бля, штаны, хватай штаны, ёб твою мать, штаны хватай. Ебаться, сраться, что за нахуй человеческая многоножка здесь? Это они вот на эту хуйню смотрят? Блядь, это похоже на групповуху из Южного парка. Мы соберемся в кучу и будем жарить друг друга. Тогда эти люди из будущего, блядь, посмотрят на, они не смогут, не смогут отнять нашу работу, потому что они родятся на. Иди нахуй, ёб твою мать, ублюдок. О, я управляю кучей, блядь, людей. Власть! Власть! Блядь, яйцо ебаное, сука. С ногами вместо волос. Чё за говно? Бля, а они-то чё собрались? На что они там смотрят? И чего? О! Стоять, пидоры! Куда собрались? Смерть пришла! Как прыгать-то, блядь? Давай, малафья! Да, блядь, вы собрались нахуй! Вот этот геймплей пошел, этот, бля, батьке нравится, нахуй. О, подожди, а может я теперь смогу туда пролезть и... Мы, по-моему, чьей-то головой по асфальту немножко бьемся. Давай, яйцо, блядь, вперед, нахуй, поплыла. Сука, масса, блядь, каловая. Почему-то мы не можем перевалиться сюда. Да ладно, она должна была перевесить. Вот. На ту сторону нахер. Там какой-то чел стоит и смотрит, ему вообще поебать, что тут происходит. Давай, стенка стеклянная. Где? Нету стенки, бля. У меня теперь есть сила, блядь, 100 людей. Я теперь точно эту дверь открою. Сука, гомункул, блядь. Вот как раз вот из яйца вот он родился. Вперед, гомункулы мои, бля, верные. О, поехали. Куда ты тут, что ты тут нахуй закрываешь, тварь? Ну, блядь, невероятное яйцо Халка, блядь, невероятного. Яичко Халка, только не зеленое почему-то. Сука, отомстим за всю планету сейчас. Яйцо смерти, блядь. О, давай к нам, пацаны, ёпты, вливайся. Фанта, вливайся, нахуй. Чё они не вливаются в нашу групповуху? Жарить друг другу будем, блядь, в кучу, ёпты, соберемся. Сука, дебилы, блядь, бесполезны. Так, ну помогите залезть. Они такое говно подкинут хоть? Да и нахуй денутся, блядь. Давай, сука, сейчас пролезем.
конечно, да, блядь, грузовой лифт не выдержал. Рабочие выдержали, а лифт не выдержал. Чё они же? На днище, блядь! Сейчас армату найдем, где она там, блядь, лежит. Суёт, суки рваные, блядь. Так, надо найти того, кто нас подсадит, походу. Профессора точно нас подсаживать не будут. Сервак вырвем у них нахрен. Вот так вот, блядь, чтобы они все данные наши не хранили. Да, ёпты, забирай терабайтовый. Первый терабайтовый жесткий диск. Охуеть. Ну видно, что у этой игры бюджетик-то побольше, чем у Лимба был. Блин, какая-то тёлка кряхтит, надо ее выкинуть, блядь, из нашего коллектива. Ударились чьей-то головой. О, столовая, приятного аппетита, господа, блядь. Надеюсь, мы вам его не испортим. Мы же всего лишь яичко, которое хочет немножко свободы. Давай, ноги, блядь, несите меня. Сорян, пацаны, сорян. Мы приберемся потом. А что это у вас за НИИ тут такой? О, дверь. О, большая дверь. Ой-ой-ой, а это не директор или предприятие? Куда нахуй? Чё деньги на футболиста не выделил? О, лети нахуй. Он смягчил нам падение, короче. Ой, ноги нам покрасил. Сейчас помоемся, ёптать. Не будем же мы грязными ходить. Хватай бревно, бля. Бревном кого-нибудь еще убьем сейчас. Там опять нога вон отлетела, болтается. Чё надо делать-то? Там кнопка наверху или что это? Так, нам нужна эта палка по-любому. Нет, не нужна нам эта палка. А чё? А чё нам тогда нужно-то? Чё, блядь, делать-то надо? Тут есть вода, есть бревно, блядь, которое она не, они не берут. Дверь вот эта ебливая. Блядь, в чем загадка-то здесь хотя бы, я вообще не понимаю. Не прыгает она, ничего не делает, бля. А, вот, блядь, с конца надо брать. Сейчас сунем это вон в кнопку, или я же говорю, это кнопка или что это такое. Мимо, ёпты, криворуки, блядь, смените верхнего, он дебил. Опа. Хуй вам нахуй. И чё вы нам сделаете, блядь? Шавки, блядь, ссаные. Едем нахуй. Нет, не едем. А что делать? А, палку, наверное, надо положить на кнопку. Да-да, гав-гав, ёпта, шавка ссаная. Я таких, как вы, блядь, в базарный день по 5 копеек, блядь. Щенками, ёпта, продавал. Ну, поймай, давай, ёпта, силовое троеборье. Так. Стоять, блядь, куда нахуй? О! Залезли. Нормально. Блин, яйцо, бля. Заебись, пойдет. Так, тут лестница какая-то. Ах ты говно, бля. Чё, ну-ка, а, надо подождать, пока он откроет. И просочиться. Давай, сцикло. Тут, правда, вон два куска меня прыгают. Лишь бы он не закрыл, когда зайдет. Опа.
Стоять, сука! И не убежал, главное. Вот лох, блядь. Павлик Морозов, сука. Да и что ты думаешь, я туда провалюсь, что ли? А, мне туда и надо. Молодцы, блин, помогают. Давай просачивайся, бля, яйцо, давай. Блять, такая мерзость. О, еще один отвалился. Как бы мне их сжечь, чтобы я один остался? You can be only one. Так, мне туда не надо ящик сунуть. Ну давайте, трехочковые же. Непонятное что-то. А, о. Сейчас электрик придет, наверное, лампочку вкручивать. Нет, не пришел. Да, вынос мозга, ёб твою мать. О. Какой мудак из вас его выкинул. Я не думаю, что мне надо туда, конечно. Может, ящик туда надо кинуть? Да, и чё будет, блядь? Не, яйцо туда не лезет. Дураков, блядь, в этом коконе нет, к сожалению. На ком бы мы могли испробовать волшебное действие. А, я понял. А теперь надо, наверное, горящее туда отнести. Ах ты, сука, блядь. Давай, блядь! Ебанатское яйцо тупое, блядь. Тупое, как мои кошки. А эти смотрят такие, думаю, нихуя себе, что этот кокон смерти делает, что он там придумал. Как они не обжигаются, непонятно еще. Не обжигаются. Опа, опа, держим, держим, держим. Пиздец, вот это я лох. Блять, нахуй они тут поставили свои вот эти вот тушилки, если тут и так вода по колено, блядь. Чё тут тушить? Чё тут может загореться? Идиоты, блядь. Да, задание, блядь, крайне ебаличное. Держать нахуй. О! Опа! Опа! О, лесенка, нормально залезли. Сейчас, сука. Сейчас, наверное, это как въебет и сожгет лишних. Че? А, это просто чтобы дверь открыть, она на газу что ли работает? Бля, пацан из этого кокона-то выберется хоть, нет? Ой, нормально. Надо было с высоты раз 10 ёбнуться, там каждый раз по несколько человек отваливается, может. Нихера себе, они поезд тащат. Что-то он там задумал, что-то он нажать хочет. Блин, такие звуки блевотные она издает. Нет, это почему-то вторжение титанов напоминает фильм, который снят по анимешке, блядь. Более мерзкого фильма я вообще не видел. Эти ебальники титанов, бля, вообще не мне снятся по ночам. Такой фильм ужасов, сука. Ну и чё? Лестницу отпустил, говно.
Я говорю, лестницу отпусти, сука. Ладно. Сейчас я вам... Я сейчас начну портить казенное имущество. До этого говна я дотянусь. О. Давай, яичко, ёпта. Хуйня какая-то. Но. Залезай, убогая. Качели. Им что, вообще не страшно, что ли? Сейчас я ж достану, ты чё? Я в детстве солнышко делал на такой херне. Опа, опа. И пошел такой, типа он не при делах. Вы посмотрите, какой говно. Неси ответственность, тварь. Ага. Они смотрят, как я буду проходить эти, блядь, их сложнейшие испытания, что ли? А, подожди. Чё-то там сзади все бегут, а эти чё-то никуда не бегут, которые стоят у переднего края обороны. Блять. Как же ж? Там сверху надо дернуть. О, может лампу можно? Нет. Там сверху надо дернуть, но, блять, тут нет такой кнопки, дергалки этой. Чё я должен, блядь, нажать-то? Я должен, наверное, встать сверху. Нет. Он мне помогает, что ли? Есть же сочувствующие пацаны, да? Чувак. Еще разан. Блять. Ща, погоди, я, бля, яйцо. Я в яйце первый день еще не все. Еще не совсем справился. А там слева чувак в адидасах. Он что, ему ничего не говорит, что нахер ты помогаешь этому больному сифилисом яичку? У-ху! А, блядь. А я думаю, а чё он мне машет? Он говорит, иди, иди. Блядь, мужик, ёпта, я... Нихуя не понимаю, как у вас тут все работает в этом вашем Газпроме, давай. Потом тебе чаевых дам. Блядь, дверь-то какая толстая, как... О, а это что такое? Они чё, блядь, меня дразнят, что ли, посмотри? Мне кажется, что у них все идет по плану. Ты ублюдина. Пидорасы. Заманили. Мне кажется, можно было и попроще нас сюда заманить. Это что-то несложно придумали.
Сейчас мы что-нибудь оторвем у них тут нахер. Или чего? Или это конец такой? А. Жаль, не думали меня так наебать. Так дешево. А тут ничего не отрывается. Сейчас еще, блядь, секретку найду тут. Заначку сейчас сантехника местного еще откопаю. Так, нет, там нельзя. Вот только здесь. Там ничего нету. Они думают, что они от меня избавились, но нет. От яиц так просто не избавишься. Так, мне на дно. Чё там эта сучка с волосами? Не хочет на яйцо-то на моё напасть, да? Потерзать моё яичко, так сказать. Вон сейчас бы она со мной силушкой-то померилась. Богатырской. Блять, такая мерзость жить не должна, когда меня убьют уже. Убейте! Убейте меня нахуй кто-нибудь! Заебись. Яйцо Конана Варвара Разрушителя, блять. Давай еще раз туда скатимся. Ура, мы на свободе, пацаны! Все, яичко, блядь, яичко докатилось. Яичко померло. Ну все, пиздец. Воистину пиздец. Тюкнемся яйцами, пацаны. Картинка на месте стоит или что-то меняется, понять не могу. Камера отдаляется по миллиметру. Видимо, это конец. Да это, блядь, хуйня покруче человеческой многоножки будет. Это человеческое многояичко. Да, на секретную концовку я не вытянул, блядь. Придется на ютубе, сука, искать. Провода эти, сука, желтые. Да, в чем мораль этой ебаты, я вообще, конечно, не понял. Ну и концовка, блядь. Реально, такой концовкой они просто все обосрали. Но всему виной, наверное, инопланетяне, ёпта, я хер его знает, кто там сидел в этой мине. Кто-нибудь ссылку под видео скинет обязательно, я думаю, на альтернативный финал этой игры. То есть я прошел на плохую концовку, как я понял. Vocal and Body Sounds. Тут какой-то вокал в игре был. Его кто-то озвучивал, обалдеть. Ну, короче, блядь, на этом все. Такая вот игра за 400 рублей. Да, 400 рублей. Разраба хоть за лупой бей. Просто вообще, блядь. Кто, если... Кто понял какую-нибудь глубокую мысль этой игры, напишите в комментах. Интересно, что за... Что вылупится из этого яйца? Судьба пацана, конечно, вообще, блядь. Ой, ёб твою мать. Разработчик, конечно, ебакла кричайший. Просто, блядь, мудофил. Да, все, пизда. Я думал, может, после титров что-нибудь. Охуеть не встать. Да, блядь.
тот случай, когда после игры жить не очень-то хочется. Все, пишите, жмите. Ебануться. Игры гнутся.